Чернобыльская, 11. Панельный девятиэтажный дом 1976 года постройки. Чешский проект с характерными балконами по периметру фасада. Двор зеленый, есть огороженные палисадники. Входы в парадные давно нуждаются в ремонте. Установлены кодовые замки. Во дворе есть детская площадка и места для парковки. Поблизости детский сад, школа, супермаркеты разных сетей, Цветушинское озеро с зоной отдыха и пляжем, небольшой уютный сквер с детской площадкой. Пешком можно дойти до станции метро «Академгородок» и «Житомирская». Состояние дома удовлетворительное.